Улица Чуканова-Лиханова вновь наполнилась красками, звуками и превратилась в Омский молодежный Арбат. Вот уже четвертый год в преддверии Дня молодежи это место преображается и становится эпицентром творческого самовыражения молодых людей. На всем протяжении импровизированного Арбата работали более 30 различных площадок. Тарелку вот таким образом даришь. А потом ее можно будет расписать? Конечно. Какая красивая тарелочка. В секторе прикладного искусства молодые мастера делились своим опытом и помогали другим создавать что-то своими руками. Рядом, удобно расположившись на пленэре, художники выполняли зарисовки оживленной улицы. Чуть дальше амбициозные танцоры самовыражались на батл-площадке, а талантливые музыканты выступали на традиционном для Омского Арбата фестивале «Звуки улиц». В этот день на Арбате также прошел фестиваль циркового искусства «Уличные артисты» и литературный патриотический фестиваль «Русские рифмы». Но верю я, внутри есть сила. Жить нужно полной душой, чтоб каждый миг я так ценила, бросаясь в омут с головой. Шепчу украдкой, все прекрасно, подвластно все, ты мне поверь. Не властен ты, и я всевластна. Открыть любую в жизни дверь. К молодым омичам присоединились представители региональной власти. В формате без галстуков, исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков и министр по делам молодежи Дмитрий Крикарьянц, прогулялись по Арбату. Волонтеры Победы, которые представляли здесь площадку «Мой город, моя Россия», предложили главе региона на основе спилс-карты проверить свои знания районов Омской области. Дмитрий Крикарьянц также не остался в стороне и присоединился к площадке под названием «Свободные танцы». Далее гости посетили площадку молодежного форума «Ритм», где глава региона пожелал будущим форумчанам креатива и драйва. Здесь сказали: молодые люди, вы можете показать, продемонстрировать свое искусство. И люди приходят и занимаются, они демонстрируют то, что они умеют, то, что они хотят, да, попробовать. Это важно, чтобы молодежь сегодня сама сказала, а что необходимо для того, чтобы в городе как можно больше оставалось молодежи и она развивалась. Форуму «Ритм» на Арбате было уделено особое внимание. Тем, кто еще не подал заявку на главное молодежное событие региона, советовали поторопиться. Я зову к нам приехать на неделю креатива в городе, просто оттянуться на мастер-классах, чтобы все операторы повеселились, визажисты, парикмахеры, чтобы все приехали и повысили свой уровень. Среди тех, кто уже зарегистрировался как участник, разыграли ценные подарки. Главный приз – велосипед – достался Дмитрию Багрову. Планы на «Ритм» туда поехать и доехать. Я хочу на площадку предпринимательства. Я был на прошлых «Ритмах» и вот хочу поехать на этот, потому что это самый крутой форум молодежный. По скромным подсчетам, Арбат в этот день посетили 2000 человек. Участники и просто прохожие с восторгом отозвались о самой идее создания подобной площадки. Все супер, просто класс, очень интересно, незабываемые эмоции, просто приходите и тусуйтесь с нами. Мероприятия не должны проводиться, можем найти для себя какое-то увлечение, хобби, найти здесь какой-то новых свой, друзей, да, будущую профессию, как бы, куда можно пойти, потому что мы видели, что здесь ходят люди, которые рассказывают о вузах и о колледжах. Я думаю, каждый найдет здесь свою нишу интереса, который в итоге превратит мероприятие наше в такое, ну, не проходное, а абсолютно нужное, абсолютно интересное для всех слоев населения и возрастных категорий. Стоит отметить, что подобный формат полюбился молодым жителям региона. Им есть что показать и рассказать о себе. Возможно, в дальнейшем улица Валиханова станет чаще превращаться в молодежный Арбат.